кручу, кручу, педали кручу. Ой, настроение поднимается. Слушайте, у многих спорт ассоциируется с чем-то тяжелым. На самом деле ничего сложного здесь нет, не выходя из дома. На велотренажере можем теперь заниматься мы с вами дома. И, конечно же, стройнеть к лету. Ух, каким будем с вами красивыми. А купальник наденем, все обзавидуются нашей фигуре. Как это сделать, нам расскажет Александра Кленова, врач-фармацевт, сегодня работает в прямом эфире. Привет, Олечка. Здравствуйте, друзья. Как видите, я тоже решила сесть на этот тренажер. Российский, кстати, товар от российской компании Dryada Fitness Company. Более 5 лет она производит товары для спорта и активного образа жизни. Ну и этот велотренажер – это очень надежное и эффективное средство для похудения. Всего 15 минут в день заменяют 3 часа ходьбы, час пробежки, 40 минут занятия акваэробикой и 5 километров в бассейне. Представляете, сколько времени займет, чтобы 5 километров проплыть? А здесь всего 15 минут. Прорабатываются все группы мышц от плеча. Плечевого пояса я покажу сейчас, до икроножных мышц. То есть это комплексная такая тренировка для всего вашего тела. Уходит лишний жир, истончается жировая прослойка, при этом посмотрите, как рельеф мышц укрепляется, прорабатывается. Стройная, красивая, подтянутая фигура с пользой, конечно же, для сердца, для сосудов и для суставов, потому что лишний вес, он давит и на суставы, и на сердце. И посмотрите, как легкое очень управление. Всего одна кнопка показывает сразу несколько параметров. Нажимаем, одним нажатием включаем тренажер. И смотрим на дистанцию, на скорость и на количество сожженных калорий. Увеличиваем нагрузку или уменьшаем одним движением круглого такого рычага. Фиксируются по ноге ремни с помощью липучек. То есть можно их затянуть потуже или послабее. И сиденье регулируется под любой рост. Есть 6 положений сиденья, то есть заниматься может вся семья. Отлично. И хорошая и выгодная стоимость. Цена, действующая только сегодня. Велотренажер, о котором мечтает вся страна, каждый, для домашнего использования за 6 999 рублей. Сегодня заказываем и больше от погоды не зависим. А то знаю, что многие из вас уже обладатели красивого велосипеда, которым вы кататься не можете, например, когда есть дождик на улице, да? Сегодня вы убираете велотренажер для домашнего использования. Может быть, яркий желтый возьмем, а? А может быть, фиолетовый? Тоже очень красивый оттенок. Еще у нас есть яркий рыжий, оранжевый, красный и зеленый. 5 цветов на выбор для поднятия настроения. Скидка максимальная, действующая только сегодня. Звоните и заказывайте. Если это будет ваша первая покупка, напомню, вы предоплату не вносите. Оплачиваем покупки потом, по факту получения. Об этом знают все наши постоянные телезрители. Ну и, друзья, давайте сейчас вспомним, когда нам хочется сильно-сильно сладкое, помните? Так хочется кусочек торта иногда, особенно сейчас. Но мы себе отказываем в этой вкусняшке, потому что нельзя. Ну, возьмите, возьмите, хотите? Оль, и не отказывай себе никогда в тортике, потому что, представьте, друзья, вы съели вот такой вкусный кусочек тортика, в нем 300 килокалорий, а потом полчаса покрутили педали на велотренажере и сожгли за полчаса полностью этот торт, как будто вы его и не ели. Так что, пожалуйста, ешьте все, что хотите, но не забывайте о полезных тренировках на велотренажере. Кстати, а полчаса таких занятий – это еще и укрепление вашей сердечной мышцы. Ну и самое главное, конечно, это похудение. Представьте, 15 минут – это все равно, как 5 километров в бассейне проплыть. Эффект тот же самый. Так, я уже кручу педали впрок, потому что потом пойду и съем этот кусочек торта. Сейчас мне нужно сбросить 300-400 калорий. Слушайте, это здорово, когда мы можем контролировать свой вес, когда мы можем худеть, не выходя из дома. Это велотренажер, который вы так сильно полюбили еще год назад. Когда он у нас год назад был представлен на телеканале Shopping Show, вы его раскупили за 3 эфира. Сегодня грандиозное возвращение, премьера. За 1 час утренний было продано, ну, практически 200 таких велотренажеров. Вы большие молодцы, ведь движение – это жизнь. Наши врачи всегда говорят о том, что нужно двигаться, чтобы быть здоровыми, счастливыми и красивыми. Кстати, о красоте. Ну, вот знаешь, вот когда наступает лето, мы уже предполагаем, что наденем красивое платье, облегающее. Похудеем. Что мы похудеем. Есть у нас даже платье, Андрюш, это мы тебе секреты женские рассказываем, которые висят у нас для похудения. То есть мы их не носим годами, потому что никак нервные не можем платья в них проникнуть, правильно? Конечно. Ждем, пока похудеем. Но в чем проблема, когда у нас лишний вес? Это не только с платьем проблема, в которые мы не влезаем. Это больные суставы, это больное сердце, потому что даже 1 лишний килограмм – это уже нагрузка на наши суставы, особенно на коленные.
Посмотрите, мы когда мало двигаемся, лишний вес давит на суставы. Обменные процессы замедляются, суставы хуже сгибаются, начинают хрустеть и болеть. А когда мы занимаемся спортом правильно, сердце сокращается, качает кровь по нашим жилам. Все обменные процессы в организме ускоряются, и суставы тоже перестают болеть, потому что вырабатывается смазка, так называемая синовиальная жидкость для наших суставов. И в итоге мы ходим без боли, мы можем заниматься спортом, ездить на дачу, играть с детьми, и все благодаря активному образу жизни с помощью такого велотренажера. Потрясающе, друзья, велотренажер компактный, домашний, комфортный за 6999 рублей. Цена действующая только сегодня. Но вспомните, когда мы с вами смотрим картинки, где там известные модели, стройные, красивые, в купальниках, как хочется на них быть похожими. А потом отходим мы к зеркалу, и все время завтраками себя кормим. Вот завтра пойду в тренажерный зал, вот завтра в тренажерный зал дороже. В тренажерный зал нужно найти время, а то дома. Вот даже с утра проснулись, в домашнем костюме сели за велотренажеры, включили фильм и поехали на встречу своей стройной фигуре. И давайте посмотрим, каких результатов вы добьетесь и через какое время, Саш. Уже через месяц, посмотрите, ушли лишние сантиметры с бедер, даже целлюлит стал менее заметен, потому что тонус мышц улучшился и кожа подтянулась. Также ушли лишние килограммы с боков, с талии, потянулся живот, потому что когда мы сидим, прорабатываются все мышцы тела сразу. И даже смотрите, я хочу объяснить еще, как управляется тренажер. Включаем его одной кнопкой, смотрим сразу здесь время, с которым мы тренировались, скорость, дистанция и количество килокалорий. И еще очень важный момент, я хочу показать вам, как регулируется сидение. Сиденье, оно, во-первых, удобное достаточно, и есть 6 вариантов высоты, подстраивается под любой рост с помощью одного вентиля. Вы его откручиваете вентиль, поднимаете сиденье или опускаете, и вентиль снова закручиваете, так в любом из 6 положений. То есть это слушай, устойчивый вообще вариант велотренажера? Конечно, конечно. Вот про резиненные ножки я, во-первых, поднимаю, он очень легкий, смотрите, я даже вот так сидя могу его поднять. И вот, посмотрите, вот я держу, и посмотрите, прорезиненные ножки прочные, они прилегают к полу, будь то линолеум, ламинат или паркет, и тренажер не скользит, это безопасно. Устойчивый для, смотрите, можно даже перевозить с собой на дачу, потом обратно домой привезли. Это не огромный велотренажер, который вы привыкли видеть в тренажерном зале. И главное, друзья, если у вас больные суставы, это просто то, что, как говорится, доктор прописал. У меня подруга, у нее 62-й размер одежды, она когда приходила к врачу, говорит, что делать, сердце болит, суставы болят. Она ей говорит, занимайтесь спортом. Она говорит, Оль, я 5 минут бегаю, у меня потом такие прострелы в ногах, суставы жутко болят. А велотренажер, ну слушайте, это дорого. В магазинах он стоит по 50 тысяч рублей. У нас 6999 рублей. Это самая выгодная покупка.